Получить 50% скидку могут пенсионеры, не пользующиеся никакими льготами, сообщила главный внештатный кардиолог города. Правильно такая инициатива с тем, чтобы вот самой такой группе уязвимой, это, во-первых, пенсионеры, которые не имеют льгот, была предоставлена такая возможность при покупке лекарственных гипотензивных средств 50% скидка, что, конечно, значительно повлияло на приверженность больных к лечению. Для того, чтобы получить необходимые медицинские препараты со скидкой, необходимо обратиться к семейному врачу. Врачи семейные, именно семейные, я подчеркиваю, они имеют возможность уже выписывать лекарственные средства, давать в руки пациенту рецепт, с которым он идет в аптеку. Обычно это определенные одна или несколько аптек, которые отпускают пациентам лекарственные средства с 50% скидкой. То есть это та группа лиц, которая не имеет льгот. Это обычные люди, пенсионеры. Сумма, которая выделена из городского бюджета на компенсацию затрат реализаторам лекарств, в этом году составила 3 миллиона гривен, отметила специалист. В прошлом году на это мероприятие было выделено 28,7 миллиона гривен для этой группы лиц на приобретение с 50% скидкой лекарств. В этом году денег выделено больше. Сейчас только начало этого года, но уже активно деньги поступают на территории и в лечебные учреждения. Чтобы предотвратить негативные последствия развития гипертонии, необходимо как можно раньше обратиться к врачу. А прием назначенных специалистом препаратов поможет людям старшего возраста вести полноценный образ жизни.